Улыбнись. Нет, лучше не улыбайся. Чувствуйте, чувствуйте этот бит. Чувствуйте этот бас. О, он сказал про бас тоже. Ему тоже нравится бас. Мы играем с вами в Speaking Simulator. И я презентую вам, друзья, потрясающее изобретение, которое я, естественно, изобрел. Вот он! Это все я. Я придумал величайшего робота, который настолько похож на человека, что отличается совсем немногим. Но это как посмотреть. Если не смотреть, закрыть глаза, вообще отвернуться, уйти в другую комнату, то ты никогда не заметишь. Поэтому все дело в перспективе. Короче, это робот, который будет говорить как настоящий человек. Робот. Итак, давайте ему выберем волосы. Он черноволосый. Давайте сделаем максимально естественного робота. Точнее, чтобы он прям вообще максимально выглядел как человек. Но я бы поверил, что это живой человек. Короче, во мне есть частичка рыженького, поэтому будет рыженький. Ну, в общем, его глаза подходят под его футболку, а его цвет волос подходит под его глаза. Все отлично, все гармонично. Я оставлю вот так. Это вы, идеальная копия человека. Вершина наших инженерных технологий. Чтобы влиться в человеческое общество, вам нужно научиться разговаривать. Начнем с управления челюстью. Опа, у него сейчас нос отвалится. Блин, шов виден между носом и лицом. Надеюсь, не запалят. Скажем, что операция была недавно. Ну, не мы скажем, а он сам за себя скажет, конечно же. Нажмите на рот и двигайте мышь вверх-вниз. Это ужасные звуки. Перестань их издавать. Закрой рот. Ну, вообще, вы поняли. Что-то он перестал теперь звуки издавать. Почему тебе? Что у тебя с носом? Надо получше закрутить все болты твои. Это было прекрасно, вдохновляюще. Очень хорошо. Пусть моя похвала сделает вам приятно. Теперь у вас достаточно мотивации, чтобы научиться растягивать губы и собирать их же. Смотрите. И теперь такой... Сейчас. Вот так. Оп! Вот! Мы управляем ртом, точно так же, как нормальная человека управляет своим ртом. Вы видите, он такой, мы вот так все говорим с вами, если вы не знали. Кто из вас умеет читать по губам? Что он только что сказал? Для чего я создан? О, заговорил нормально, наконец. Я тебя создал, чтобы ты мог говорить. Для чего я могу говорить? Чтобы ты мог сказать мне очень важную вещь. Где я могу купить выгодно новую микроволновку? Чего? Микроволновку. Новую. Выгодно. Где? Это же очень просто. Зайди на Мегамаркет. Это маркетплейс, где можно найти практически все, что нужно. От продуктов питания до детских товаров, одежды, мебели и даже автотоваров. Столько всего и по таким классным ценам! И в октябре на Мегамаркете действует повышенный кэшбэк до 60% бонусами Сбер спасибо на электронику и бытовую технику. А что мне делать с этими бонусами? Ими можно погасить до 99% от стоимости следующих покупок. А для подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс будут дополнительные бонусы. Во, кладу в корзину микроволновку, смартфон, а еще тостер. Довольно хаотичный набор предметов, но как пожелаешь. Итого, корзина со всеми скидками и акциями вышла на 33 927 рублей, а кэшбэк составит 10 585 бонусов Сбер спасибо. Возьму на них две веб-камеры. А по промокоду Осень Техника ты получишь дополнительную скидку 3000 рублей при первом заказе от 10 000 рублей. Класс! Еще на Мегамаркете с 9 по 12 ноября пройдет распродажа «Зеленый день», но избранные товары по скидкам можно купить уже сейчас. Теперь ты мне скажешь, для чего все это? Чтобы сделать еще более совершенного робота. И это совершеннее меня? И даже совершеннее меня. Хорошо, тестирование завершено. Вы молодец. Финальное тестирование. Включить языковую камеру. Чего? Используйте WSAD, чтобы перемещаться вверх-вниз, справа-влево. Нажимайте зеленые кнопки своим мерзким мясным языком. А, вы видите? У нас язычок дрыгается. А? Да. Тебе приятно? Сказать «д». Итак, язык должен быть здесь, вот так, к зубам. Это еще и урок. Я забыл, как называется этот человек, который учит вас нормально, правильно произносить. А, вспомнил, логопед, скажи. Л-о-г-о-пед. А, что-то с языком у него было. Все зубы повываливались. Как бесчувственный искусственный интеллект, я вами горжусь. Вы готовы к встрече с настоящими людьми? Отлично! Опа, мы сразу начинаем со свидания. Карен, менеджер из отдела кадров, попросила нас встретиться с ней в пункте выдачи пищи. Причина нам неизвестна. Будьте осторожны, возможно, они раскрыли наш план по уничтожению человечества. Прости, что опоздала, такие жуткие пробки. Но так как мы бездушная машина, мы не испытываем гнева. Слушайте, ну я тоже вижу швы. Она тоже робот, да?
Ты тоже робот? Давай не будем притворяться уже, раскрывай все карты. Сто пудов под этим платьем у тебя всякие микросхемы и провода. Снимай платье. Снимай платье. Ладно, я, судя по всему, должен что-то ответить. Здрав. Здрав, я должен сказать. Так, чтобы сказать здрав, значит, мы немножечко язык вперед. Значит, язык вот сюда. Здрав. Hello. Он говорит по-английски, вот в чем прикол. Давай, засовывай язык обратно. Так, ай, пару зубов выпало. Черт, ну не переживай, это всего лишь сон. Я думаю, ему легче от этого не стало. Сны, когда выпадают зубы, всегда неприятные. И не сулят ничего хорошего. Для человечества! Что? Слушай, она говорит еще более невнятно, чем я. Какая-то примитивная роботская модель, видимо. И тебе привет. Хорошо, что мы наконец-то встретились. Думаю, ты знаешь, что я обратила на тебя внимание в офисе. Что-то явно происходит. Робот занервничал, хоть он и бездушный. Ну давай, скажи что-нибудь, что ты язык прикусил свой. Опа, мы взрываемся. Робот нервничает. Жми кнопки все. Что-нибудь да выскочит из твоего рта. Вдруг получится, вдруг тебе перепадет. Ничего не происходит, я самый обыкновенный человек. Так, языков сюда кнопочку, губки сжали. Вот, немножко у нас горит щека, но это бенгальский огонек просто. Встроенный, монтированный, потому что вот так. Я не сказал го неправильно. Подозрение на 7. Ой, зуб выпал, извините. Но нет, что-то определенно происходит. Думаю, мы оба чувствуем это. Притяжение. Блин, вот... Даже гребаному роботу женщины подкатывают. Вот бы ко мне так. А я красиво говорю. У меня поставленная речь. А борода какая? Можно подумать, что это как деталька идеальная, как лего присоединяется. Но нет, это настоящий. И все равно никто не обращает на меня внимания. Ну почему так? Почему так? Что я должен делать? Ну, конечно, я так не умею работать языком, как мой робот. Посмотрите. Ладно, давай. Она тебя слишком подозревает. Видишь, 8, уже 8 подозрений. Улыбнись. Нет, лучше не улыбайся. Так, скажи. Да, я могу признать. Черт. Боже мой, зубы вываливаются. Ой, не ту кнопку нажал во рту. Есть неправильные кнопки в твоем рту, понятно? Давай, нормально жми. Я признать, я как теплокровное. Оп. О. War. Теплокров. Теперь надо сказать но е. Но. Но. Е. Вот, молодец, умница. Сделай просто туда-сюда, что-нибудь да скажется. Что-нибудь скажется. Авось будет правильный ответ. Вот, хоп, я нахожу you тебя притягательной. И улыбнись, молодец. Вот оно как, мне это нравится. Давай возьмем выпить, и ты расскажешь, что именно находишь привлекательным. О боже мой, у нас щека все еще горит. И подозрение всего лишь на 8. Это даже не половина. Что это? Что это означает? Я не знаю, что это значит. Итак, ладно, давайте начнем продолжать привлекать ее к себе. Вызывать это притяжение своей очаровательной улыбкой и взглядом. Значит, нам нужно сказать, сколько денежных единиц требуется для покупки двух ферментированных напитков на основе этанола. Она так сразу поймет, что мы умные, понимаете? Всегда говорите сложными словами. Немножко, чтоб пресновато звучало. Сухо в то же время и очень научно, и тогда женщины все будут ваши. Значит, смотрите, нам нужно вот эти губки, но мы еще не готовы целоваться, лезть. Это не по-джентльменски. Мы просто приоткроем ротик. Сколько? Денежных? Тихо. Единиц. Надо было язык убрать назад. Проглоти язык. Иногда нужно просто проглотить язык. Ладно, теперь жми. Кнопочка загорелась. Не та кнопочка, идиот. Давай. Какой слабый язык. Тебе надо тренировать его чаще. Оп. Требуется. Для. Покупки. Двух. Тихо. Язык убрать.
Фер ментированных менти. Тихо, кнопочка. Ро. Два. Ных. Я представляю сейчас, что женщина думает. Она все это наверняка слышит. Вот так. Открывай. А! Нет! Нос! Нос! Только не нос! Мы всегда комплексовали по поводу носа. Да, мы бездушная машина, но нос! Это наше слабое место! А! Надо чинить, срочно чинить. Еще у нас спидометр на максимум. Мы гоним, мы просто гоним. Добавим, что несем дичь полную. Приоткрой ротик. Надо как собака охладить себя. И тогда нос перестает гореть, возможно. Так, сейчас, давай. Хватит жевать. Хватит жевать свой язык. Что, я знаю, что надо сделать. Надо облизнуть, облизнуть нос. Смотри, дорогая. А я умею языком до носа дотягиваться. Нам требуется ремонт, срочно. И нам требуются зубы. Срочно. Пусть она не переживает, это всего лишь молочные зубы. Скажи ей, что это молочные зубы. Это молочные зубы. О, боже мой. Не знаю, подожди, я посмотрю меню. Надеюсь, она оплатит. Подозрение, господи, как же она подозрительна. Эта женщина разборчива, чувак, так что ты давай напрягись, пожалуйста. Ты очень легко можешь ее потерять, а это твой единственный шанс. Вопрос надо задать ей. Есть ли в меню хладагенты? Охладиться нам срочно не помешает. У нас и щека. Нам нужно лед приложить к щеке и к носу. Так, значит, есть? Вопрос. Вот, с. Я сказал с. Две точки. Кнопочка. О, чуть не выбил кнопку. Есть ли в меню... А, тихо, не нажми. В меню хладагенты. Идеально спросили. Нигде не ошиблись. Не уверена. Это такой коктейль? Это женщина-идиотка. Она не видит, кто перед ней сидит. И ни капли не подозревает. Она неразборчива, мужчина. Ей лишь бы до кого-то повиснуть. Совсем себя не уважает. Но это нам на руку. Мы тут не собираемся сусюкаться с человечеством. Мы его будем порабощать, да? Мы должны сказать, пожалуйста, прости мне этот запрос технической жидкости. Это была юмористическая ремарка. Окей. Ой, подозрение. Пожалуй. Что? Мне, прости мне. Ой, я рыгнул немножечко. Мне не предусмотрена такая система рыгания. Ну ладно, это сюрпризы. Я, видимо, эволюционирую. Так, просто клацаем все подряд. Закрываем, открываем рот. Красной кнопки не жмем. А, нет, я сказал. Черт, кусочек. Челюсть перекосилась, нет. Челюсть перекосилась. Так, мы еще только, мы еще только на середине предложения. Так. Флю сказали. Что-то на французском, видимо. Мы еще французский What? Знаем, да. Оп. Слушай, а может она иностранка? И ей не важно, как мы говорим. Она же не знает нашего языка. И судя по тому, как она говорит, она точно иностранка. Повезло, а тебя ты с иностранкой замутил, умница. Поэтому она не спрашивает, почему у нас из носа искры и из щеки. И почему все зубы попадали. Это традиции нашего народа. Ну что за душка? Красота и чувство юмора в одном флаконе. С тобой будет весело, да? Со мной будет взрывоопасно, я боюсь. Но это на самом деле ты должна бояться. Итак, подтверждаю. Я веселый человек с веселыми качествами. Я подходящий романтический партнер. В смысле, это ничего не значит. Ты же не будешь шутки шутить там, где нужно. Нам нужно действовать. А поверь мне, ты умеешь действовать. Когда ты не болтаешь языком... Ты даже очень хорош. Я специально тебя сконструировал так, чтобы ты был просто зверь-машина. И это в твоем случае даже каламбур. Вот, я тоже сделал юмористическую ремарочку. Все мои ролики — это целый набор юмористических ремарочек. Вот, романтик. Партнер. Партнер. Все, молодец. Сказал? Сказал. Теперь ты должен аккуратно открыть рот и облизнуть свои губы. Чтобы она поняла, что ты настроен очень серьезно и что ты очень страстный. Теперь закрой рот, держи язык за зубами. Не скажи лишнего. С места в карьер? Не ожидала такого стремительного развития событий. Веселый предстоит вечерок. О, да. Только не говорите, что мне придется потом управлять этим вечерком. Потому что не хотелось бы. Не, игра называется Speaking Simulator. Симулятор речи, поэтому вряд ли мы будем делать что-то... непотребное.
Итак, внедрение прошло успешно, но еще вечером будет одно, еще более успешное. Так, что у нас там? Уровень 2. Нормально, нормально, 35 790 очков. Рейтинг исключительно неприметная. Что? У меня рейтинг исключительно неприметная? Так, все, вернуться на базу. Нам, возможно, дали какие-то новые очки. Давайте зайдем в пункт улучшений. Извлечь зубы, зачем? Открой, пожалуйста, свои... А, вот это улыбка, грустка. А, стой, нет, верни обратно. О, боже мой. Речевая гидравлика, улыбка, требуется улыбка. Быстрее шевелите языком. Так, погодите, а вот этот зуб? Поршни лицевой мимики. К сожалению, мы не можем ничего из этого сделать. Ну-ка, может, глаз можно вытащить? А, о, мы можем управлять глазами. Хорошо, давайте попробуем какой-нибудь другой зуб извлечь. Речевая гидравлика, это все то же самое. Иально-оптический механизм. Социально-оптический механизм. Чтобы контроль над глазами получить, требуется улыбка. Я не понимаю, где мне ее прокачать. А, вот! Есть! Хмурый вид еще можно будет купить потом. Так, все, у нас есть прокачано. Теперь... А, черт, нам нужно 2 очка. 2 очка всего лишь. Нам одного не хватает. Так, погодите. Все это... Медленный танец! Сейчас, погодите. Погодите, давайте обратно запоставим, посмотрим, последний зуб что дает. Все, мы покупаем себе медленный танец. Да! Золотой зуб! Поверь, чувак, никому это не нравится. Никому! Ну ладно, закрой пасть. Ладно, посмотрим, какие у нас еще задания есть. Пора продолжать внедряться. Слушайте, это прям какая-то карта. Как будто Open World RPG. У вас здесь квест. Ладно, пойдемте выполнять. Собеседование. Опа, у нас собеседование. А как же с Сарой прошел вечер? Ладно, неважно. Мы стерли это из памяти его, потому что отвратительно, скорее всего. Уровень 2. Собеседование. Вы работаете в офисе один человеческий месяц. Испытательный срок почти завершен. Главный руководитель вызывает вас к себе в кабинет. Будьте внимательны, вы должны сохранить за собой место. Итак, улыбка, хмурый вид. У нас не разблокировано. У нас есть просто улыбка. Привет, очень рад встретиться с вами лично. Я читал ваше резюме, оно очень впечатляет. Что ж, у нас, смотрите, видите, у нас есть вот, вот, да, натягиваем улыбку. Вы должны имитировать счастье. Это не только роботам, на самом деле, нужно делать на работе. Итак, нужно сказать приветствую, верховный лидер. Значит так. Эй, приветствую. Слушайте, главное зубы не выбить себе языком. Хотя, сейчас они вроде как-то посильнее стали, да? Сейчас, погоди, открываем вот так. Оп, оп. Не, зубы вообще... А-а-а! Блин. Ладно, надеюсь, этого не смущает. Но все-таки стажируемся не на дантиста, поэтому вряд ли его будут волновать наши зубы. Так, говори! А, надо улыбку брать. Вот. Лидер. Точно, точно! Он же... Вот, и улыбнуться потом. Да, он же не должен подумать, что мы смеемся над словом лидер, что мы это говорим каким-то сарказмом. Ой, а что-то мы заморгали. Блин, все зубы нахрен выломал. Как же так? Покажи рот. Ой. Еще почему-то губа подрыгается, но нервный тих. Ладно. Мы все-таки не лицо компании будем, мы просто будем сидеть в дальнем офисе. Так что это тоже не так важно. Я обольщен, но меня зовут Грант. Грант Эксесс. Да, я руководитель компании Фортуна 500. Но мой духовный наставник говорит, что нужно подавлять в себе тщеславие. Он сказал, что от тщеславия появляются морщинки, так что лучше просто Грант. А, хорошо, давайте просто уберем лицо, сделаем серьезный вид. Мы же серьезный человек, правильно? Итак, Грант, скажем, серьезно. Сейчас, черт, язык. Стоп, а, черт. Ладно, он подозревает. Звучит странновато. Лучше зовите меня мистер Эксесс или сэр. Послушайте, давайте ускорим темп. Мне нужно успеть съесть утреннюю куркуму и выпить смузи с молотым рогом бизона. Господи. Я на них просто молюсь. В них столько энергии. К тому же Шейн, мой наставник, говорит, что моя аура стала лучше.
Я забочусь о своем организме. А вы как бережете здоровье? Так. О, заставил нас очень много говорить. Так, давай, быстрее, что там по улыбке? Так, вниз. Моя внешняя. 30. Она. Поддержи. Опять зуб упал, черт. Живая. Ца. Ежедневный подзарядка. Я провожу регидратизацию и пополняю запас оксида бериллия. Мы продолжаем говорить или как? Что-то из нас потекло. О, боже мой, потекло. Он подозревает немножечко что-то. А, вот эту, блин, черт. Улыбку дурацкую свою убери. Теперь обратно улыбайся. Все, вот так, кнопочку нажал, вниз сюда, потом сюда. Улыбку бери. Так, рот закрыл. Язык прикусил, идиот. Вот. А, вот сюда. Так, так. Что мы продолжаем ему говорить? Я не понимаю. Давай, вдави кнопку. Вдави кнопку и рот открой. Вот так. Берили, скажи, с улыбкой берили. Черт. Есть, успели. Ладно, пару слогов просрали, к сожалению. Хм, надо попробовать. Это бериллий просто льется из нашего носа, потому что я очень помешан на своем здоровье. Я не могу без смузи из бериллия, понимаете? Советую вам. Тоже. Знаете что, я доверяю людям, которые заботятся о своем здоровье. Если вы согласны, мы с радостью примем вас в семью. Ох, смотри, как я улыбаюсь. Какая радость для бездушной машины. Мы должны сказать, хорошо, я слабый человек с деструктивными эмоциональными потребностями. Семья дает мне чувство любви и или привязанности. Прекрасно. Прекрасное предложение. Всегда важно, когда вы умеете излагать свои мысли четко и доходчиво. Итак, значит, вот так сделать. Good. Я слабый человек слабыми анальными, извините, не то, не надо отдельно воспринимать то, что я говорю, эмоциональными. Давай быстрее, у нас очень мало времени, язык заплетаются уже, мы устали. О, нет, что-то бабахнуло во рту. Это кариес, начальник, извините. А, очень сильный кариес, и сейчас флюз немножечко. Такая вот проблема, к сожалению, у меня. А-а-а! Ой, боже мой, надо убрать улыбку. Фу. Снова счастье показать. И теперь нет. Опять закрыть рот. И радость. Блин, да чтоб тебя. Все, мы сделали это. Мы не сказали и, мы сказали только или. Черт возьми. Господи, как же плохо у нас все. Немножко охладить надо. Это точно. Наш дружный коллектив мотивированных профессионалов действует в общих интересах. Мы умеем отстоять свою позицию в критической ситуации. Мы способны к творческому мышлению и продуктивной деятельности 25 часов в сутки. О, это парадокс! Ведь в сутках всего 24 часа, мы сейчас бабахнем! Моя задача — обеспечить вовлеченность каждого члена команды и следить за ростом показателей производительности и оптимизации движущей силы. Вы понимаете, о чем я? Нет. О, боже мой. Это плохо. Это плохо, но давайте улыбаться. Нет, вот так. Улыбаемся. И не улыбаемся. Оп-па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 . Все, закрой рот. Закрой рот. Оп. Тихо. 0-1. 0-1. Смотрите, у него подозрение уменьшается. Потому что мы говорим цифрами. Мы же бухгалтером устраиваемся. Мы понимаем только язык цифр. Улыбка всегда помогает. Видите, какую бы дичь вы не несли, какие бы вы страшные звуки не издавали, главное улыбайтесь. И подозрение улетучится сами по себе. Оп. Так, оп. Вот так и вот так. Хорошо, да, молодец, закрыли. И правильно, что не осуществляешь зрительный контакт, потому что некоторые начальники это не любят, особенно такие самодовольные, как этот чел. Идет обработка, нет утверждения, не поддается анализу. Идеально сказали. Да, извините, вечно забываю, что я вам не только менеджер, но и друг. Пожалуйста, не стесняйтесь мне об этом напоминать. Очень меткое замечание, прямо в яблочках. О, боже мой, подожди, что сказать срочно? Моя способность. Насть.
стрельбе не имеет значения. Что? Мы про оружие всем говорить? Поскольку я никогда не причиню вред человеку. Давай, скорее, ты должен сказать, минимальное подозрение должны быть. Потому что если вдруг на собеседование придет какой-нибудь другой, более совершенный робот, все, хана, мы просрали место. У. Ладно, теперь бровь начинает искриться, он подумает, что ты заигрываешь с ним, перестань, перестань двигать бровью. Хорошо, что мы выяснили это прежде, чем предлагать вам постоянное место. Давайте перейдем к делу. Вы превосходно справляетесь с рабочими обязанностями. Что? Мы все еще... Какое длинное собеседование. Главное, уберем эмоции, покажем, что мы все-таки устали немножечко. Хотя, я думаю, по нам это и так видно. Слишком много кофе пьешь и слишком много бессонных ночей в этой компании. Ты уверен, что тебе хочется сюда устраиваться? И уверяю, я ничем не лучше среднестатистического человека. Ну, так нельзя себя унижать, ну нельзя. Надо говорить только о своих достоинствах. Говори, что я лучший. Я лучший сотрудник, которого... Теперь серьезно. Вы... можете нанять. Есть. Есть. Слушайте, мы поддерживаем подозрения на середине. Вот это мы просто манипулируем им. Очень скромно, но это не так. Показатели ваших продаж на 14% выше показателей Карла. Кто такой Карл? Такой робот проклятый пытается наше место занять. Но мы опередили его. Кроме того, я разговаривал с Карен из отдела кадров. Она говорит, что вы абсолютно незаменимый сотрудник. Но мы Карен уже обработали. Она теперь на нашей стороне. Так, что мы должны сказать? Что мы должны сказать? Карен очень проницательна и мила. О, это похоже на человека. Улыбнемся, растянем. Так, так, так. Карен. Оп, убираем улыбку. Очень проницательно. Давай, стоп. Вот так. На. Закрывай рот. Умница. Господи, робот, хорошо, что ты тосты не произносишь. Это было бы супер долго. С этим не поспоришь. Она убедила меня, что вы созданы для руководящих позиций. Итак, перед официальным приемом вы должны пройти медосмотр. Но это чистая формальность. Нет, медосмотр, нет. Показатели вашего отдела могут значительно улучшиться, а вы явно сумеете мотивировать сотрудников. Может, для начала уменьшить время, которое тратится на больничные и походы в туалет? На разговоры лучше уменьшить время. Так, мы должны сказать, это логичное решение, я выражаю благодарность. Давай. Это логичное решение. Понял. Я выражаю благодарность. Оп. Идеально. Ну вот, отлично поговорили. Как там вас? Что ж такое, снова забыл. Простите, вот же, в шапке резюме. Фамилия текстовое поле, имя пусто. Выходит, пусто текстовое поле. Звучное имя. Вы не из самоедов? Что? Самоеды? Нет. Даже меня поставило это в замешательство, что это самоеды. Нет. Я себя не ем. Вообще звуки издаю какие-то? I am not. Но. Не. Я не голоден. О, на таком мы закончим в лице. Есть! Прекрасно. Третий уровень нам дали... Стоп. Четвертый уровень. Давай еще... Нормально, 100% человек мой рейтинг. Но он еще не 1000% человек. И если хотите, чтобы он стал 1000%, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы продолжим играть в эту игру обязательно, ну, если вам зашло. А с вами был Юджин, огромное всем спасибо, что смотрели. Обожаю вас, всех люблю, целую, обнимаю, и всем 5!